Всем привет, дорогие подписчики, с вами, как кстати, Мандони Юрка, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это битва воров. Гукусян, да, здорово. Короче, все, попадаемся на игру, давайте я вас скину нафиг. Понял, ага, окей. И именно сегодня за 3 минуты мы попытаемся угнать как можно больше крутых тачек, вот, поэтому я запускаю секундометр, да погнали! А, ну го, давай. Короче. Юр скинул нормально. Да? Он сам упал. Это минус колесо, братан. Ты думаешь? Да. В принципе, подожди. А, ну да, у меня на 3 минус... колесо, но я не жалуюсь, у меня все хорошо, у меня все прекрасно, Феррари нашел. А я нашел икса. Икса? No. На икса? Именно того икса? Икса, да. Я понял, окей. Ладно, ребята, в итоге, ну что, полминуты прошло, я уже первую тачку везу, иди сюда, я понял. А сколько максимум можно угнать так? Ну, блин, неограниченное количество ножей статок было, это же битва воров, да? Да, все правильно. Нормально, что у меня полгетта получилось. Че? А как приехал во Львак без... Что? Юрка, читер, а? Я не понял этого, да. Ёпта, ты что делаешь, молодой? Все позабирали, так... Ооо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 оПацаны! Я не знаю, что это за ламба, но это ламба. Купленная твоя ламба, блин. Какая? На свалке ей место. На свалке? Ну посмотрим, на каком же испытании она тебя вздрючит. Ой, я нигера переехал. Ну на нахер. Получи и распишись. Эй, лошары, вторая тачка. У меня просто я лох. А, вторую тачку я уже привез, поэтому давай, поторапливаемся. У нас получается времени минута, еще, в принципе, вагон и маленькая тележка. Так, сколько максимум можно угнать, не понял. Так не ограничено. Я же сказал! А. Пацаны, нам кобзда. Да. Нас заметили. Да. За мной уже выехали. За мной что-то реально машин приехали. Нету в районе. Ну да, кстати, что-то очень мало, в принципе. О! Нормально. Ты дурак? Ты понял, как он тачки таскает? Он через F2 пролетел, в мой двор залетел, пока я Субарика дергал. Короче, все понятно. Ладно, с тобой, Юрка. Все с тобой понятно, окей. Третья тачка, боже. Какая она ленивая. Короче, 2 минуты, третья тачка уже на спауне. О, нифига, нормально. Ты видал, что он пригнал, да? Ага. Ты хрень какая-то. Так, Бэха, тут у нас что-то... Кто тут байк им насрал? Пацаны, четвертая тачка, это получается М5. А, это М4, я ошибся. Ну, тоже неплохо. В принципе, 5 машин, пацан, нормально? 5? Да. Нифига ты офигевший внук. И у нас остается, получается, еще 20 секунд, и да, вы не нашли его. Точнее, не забрали, это Геттер, пацаны. Нафига чего вы не нашли, не забрали? Я Геттер забрал. Я забрал Геттер, да, он мой, меня уже около дома стоит. Конечно. Ты охренел? Что тогда он тут делает, а? А? Объясни, пожалуйста. Да он, ну он через это, конечно, баг просто сработал. Ну да. Да, баг сработал, слышишь? Да, хорошо, без проблем. Ну пока баг сработал на мою сторону, и поэтому это уже моя пятая тачка. Получается, что, 5 тачек угнал, и, кстати, время вышло. Все, у тебя сколько? У Юрки 4, да? А у тебя, Ванька? 5. Ну, неплохо. Сейчас давайте мы почитаем цены, и тогда продолжим. Ребят, ну что, почитали мы цены, давайте начнем с Юрки, так как у него поменьше. Приятного аппетита, Донька. Я даже делаю. Не знаю, тут самая дорогая, мне кажется, это ламба, но тут от силы, ну, ляма 2-3 может. 2-3. Ну да, нормально, мне чуть побольше. У тебя что, Ванька? Ну у меня здесь, короче, 1.5 плюс 2, это где-то уже что-то получается, 4-5.5. Ну, короче, около 20 здесь есть. Чё? Ну вот эта вот хрень, эта хрень стоит по-любому очень дорого, я думаю, никто спорить не будет, ну да. Типа это... Чё-то я сомневаюсь. 1100 от силы. Ну да, долларов? Не более. Да, долларов хватит. Вы охренели? Нет. Вы такой найдите, блин, еще минус нормально, еще адекватно, пацаны. Короче, ребята, пишите в комментариях, как думаете, сколько вот эта вот дичь могла бы стоить. У меня просто на все про все там около 6 лямов. Это мой балл. Ты угораешь? Ну да, в натуре. Ламба дорого стоит, Феррари дорого стоит, а это все по фигне. Это в рублях это или в долларах? В долларах. А, так я в рублях. Сколько? Ну, может, 1. Ладно, ребята, в итоге балл за стоимость забрал я. Ну, а мы тогда отправляемся на первое испытание. Давай. Короче, ребят, овощи едут сейчас в драк. Посмотрим, кто лучше. Давай. Раз, два, три. О май гад. Это СРТшка, да, или Кадиллак? Это Кадиллак. Я, кстати, догоняю. Сколько ты едешь? 400? Давай. Я полкорпуса там было. Ебой! Нормально. Хорошо. Такое. Ладно, ребята, в итоге Ванька забирает. А чё? Не, да, первый балл. Все правильно. У нас с тобой по баллу тогда, да, и отправляемся, да, на второе испытание. Итак, пацаки, спринт 5.5. Раз, два, три. Поехали. Погнали.
А у меня без нитро, пацаны, сейчас нужно купить, пацаны, секунду. Да ладно, по дороге заедет. Короче, пацаны, купил, нормально, сейчас поехали, купил. А, я не туда поехал, я сосмотрелся на свой аппендикс. Лах! На свой аппендикс, пацаны, да-да-да. Ты обратно возвращайся. Между ног, что ли? Вот сюда, да? Окей, все, я за вами еду. Между ног у меня не аппендикс, у меня на тачке какой-то аппендикс, видите? Нарезочки. Дурные, блин. А что ты сам сказал? Что сказал? Да я б ты не нахер отсюда. Кола. Ты же понимаешь, что ты сегодня не выиграешь, поэтому... Да куда? Дурак, мы на военке едем! Дурак! Ты чё, больной? Ну я примерно здесь бы ехал. Охерел, что ли? Я по старой доброй там родиться поехал. Я, конечно, не пострекатель, но может вы там оба там... Ванька, ты понял, что он сделал? Он, говорит, поехал на квадрат, а потом на F2 меня обогнал. Я вообще видел по радару. Короче, ребята, сразу ему если я тебя выиграю, значит, я выиграю чисто по скорости. В итоге я первый. Короче, да, если бы я не уехал в поворот вправо, может быть, я первый. Да, 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 конечно. Плохому танцору знаешь, что мешает? Да, твой фукол. Обернись, Юра. И кто из вас второй? Да, я пытался ему помешать, но не получилось. Я пытался залететь, короче, вообще через... Ладно, ребята, в итоге очередной балл мой. Мы тогда отправимся на следующее испытание. Ну и следующее испытание. Это дерби до двух побед. Я один против паркетников. Окей, один на три гол. Погнали. Давай. Пацаны, может договоримся? Ну, пацаны. X5 говорите? Да. Вытолкни его, Юрка. Юрка, у тебя... Я тебе хочу открыть страшную тайну. X5, знаешь, какой чит? Да, кстати, по поводу переталкивания, кстати говоря. Ну что это за паровозик был? Не, я в этом не участвую. А, да ладно! Ты видел, он будет еще братом уже по поводу икса все знают, что чит обалденный. И, чё? Чё, просто по тормозам нажал, чё? Спасибо. Тебя встречал. Так! Ты подорвазал! Ты в другую сторону тык-тыкал. Тык-тыкал? Да кинь, добей, Ванька! Ну ладно. В смысле? Охренел? Нет. Я, короче, знаешь что, я вот пытаюсь что-то сделать. Нормально. На нахер. Первый пошел. На нахер? Второй! Хорошо. Да, давайте сразу. Один на три го. Погнали. Ты сейчас умрешь, Диман. Почему? Потому что я тебе сказал, что ты умрешь. Пацаны! И сзади еще один. О, да вы что, прикалываетесь? Меня как пресс хотите раздавить. Ты уверен? Нет. Я про Юру. Пацаны! По так успеху шел, не повезло, не протонуло. Я думал, а что вы нет? И в итоге все ножи в лобешник, ничего не могу сделать. И все? Да ты задорал уже, иди нахер отсюда. Все, переталкивание, Юр, да? Переталкивание пошло. Ай, фак. Ладно. Так еще терпимо. Долбятся в жопу и говорят, так еще терпимо. С вертуха на тебе сейчас. Ой, ёпта. Чё, мне кажется, ты перекрутил вертух. Да. Ну давайте уже заканчивать, я буду гранды сейчас кидать. Но специально. Джон Сина, короче, бал твой, да, это уже твой второй. Опять у нас по два, и давай отправимся тогда на следующее испытание. Ну и продолжаем мы проходить следующее испытание. Это прыжок, опять паркетники, и снова я. Паркетники, и снова я. Да. Здрасте. А чё? Да ладно, что все так печально. Пацаны, подождите меня. Ты свою жопу убрать успеешь? Да убери свою жопу! Да я нормально полетел, пошел нахер. Я ехал слева. Мы не перепрыгиваем. Пошел в жопу. Вовремя сказал, да, как говорится? А что, вы все вдвоем перепрыгиваете? Нет, я уже улетел. Я в него врезался и ушел. Ну, короче, я на клубе. Прямо вот здесь. Здесь танцуют. Красиво, да. А ты где там, на X5? Я около отеля. А здесь? Да. Ну, по-моему, который... Отель, который возле... Возле отеля, да. Возле пасека. Да. Да иди ты нахер. Че, не прыгнул? Нет. Ну все, так это не во мне проблема была, молодой. Нет, вот в первый раз точно в тебе была проблема. Ни хрена. Да, прокладка, да, самое. Так, ладно, я, короче, прыгнул, я полетел. Я тебя вижу. Ой, хорошо летишь. Вроде неплохо, хорошо летишь, да, ты даже выше ФБА, отлично. Но это, кстати, уровень отеля, да. А, он дальше? Да, ты не долетаешь.
Да ладно. Да, ну, рили? Да. Ну, слушай, если так смотреть, мы на улице одной вот так, если смотреть. Ну, так, ну, да, я подаешь. На корпуса 4. Мы одинаково, на балл мне как бы, да. Да, балл тебе, и мы тогда отправимся на наше последнее испытание. Короче, ребят, прыжок с горы Чилиат. На который мне абсолютно насрать, потому что у меня ноль. Давай! Я вам пинок под зад, да он пролез. Да ладно. Если кто застрянул, я перепрыгну. Но нет, вроде нормально. Схерали. Схерали. Потому что я вот хотел вообще набрать. Да. Кто из вас первый? Только не говорите, что Ванька. Юра пока. Пока я. Главное, чтобы не ты. Так, я еду, нормально. Что? С моим колесом. Не, нормально, я выровнялся. Застрял? Нет. У меня просто влево поехало срочно. Быстро, резко, дерзко, ну же. Давай. Даже спойлер не помог. Да, я все. А у вас тут кто? Ну, Юра Супер базарватывает, как бы. Начинает отыгрываться. Только что поздно, Юра. Ладно, я до сих пор еду, кстати, еще. Ты-то едь, ну а мы на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки и пока. Всем пока. Пока, народ.